Любовные отношения с годами становятся еще чувственнее и ярче. Только с опытом возможно понять все степени блаженства, испытывая телом и душой вспышки удовольствия и растворяясь в них. По такому же принципу развиваются отношения с сахаром. Чем больше осознанности, тем сильнее крепнут ассоциации со сладостями. Родители дарят радость предвкушения подарка с конфетами, жгучего желания обладать им и момент истинного удовольствие от раскрытия фантики до точки наивысшей сладости во рту. Сколько желания на дне рождения попробовать торт, сколько оттенков счастья на свидание съесть мороженое, а целый ритуал с тортом на свадьбе. Идем в гости, покупаем что-нибудь к чаю. Когда болеем, балуем себя сладким, награждаем за любое достижение. Любое переживание, увольнение с работы, расставание с парнем мы заедаем всевозможными сладостями. Другими словами, мы хотим чувствовать счастье и в действительности получаем его. Сколько сахара в твоем мороженом? В моем? Да, в твоем. Не знаю. В 100 граммах приблизительно 4 ложки сахара. Сколько ты уже съела? Где-то половину. Значит, ложек 8. Доедать будешь? Не знаю. Думаю, в планах слопать все и еще вон тот кусок чизкейка. Откуда вы знаете? Я всегда могу определить сладкоежек по внешнему виду, да и вы сможете наверняка. Обычно они сонные, вялые, потому что сахар влияет на настроение. Они улыбаются, энергичны только когда в крови максимальное количество сахара, приблизительно 40-50 минут после еды. Затем сахар начинает резко снижаться, организм тут же реагирует головной болью, усталостью, ощущением себя самым несчастным на свете и желанием перекусить. Все это заставляет взять продукт с сахаром и сделать себе лучше, ведь это действительно помогает. Когда вы только видите шоколад или витрину с пирожными, в головном мозге сразу начинает вырабатываться дофамин. Это заложено природой на уровне инстинкта. Возьми сладость, получишь энергию и удовольствие, а значит, дольше проживешь. Давайте посмотрим, что происходит, когда сахар попадает в желудок. Он разделяется на фруктозу и глюкозу. И эта пара устремляется в печень. Там же глюкоза ведет себя пай-девочкой, дает энергию или пополняет ее запасы на всякий случай. К плохой девочке, фруктозе, у печени нет средств воздействия. Она начинает впитываться в кровь. Хорошо, если в этот момент вы активны, она просто сгорит. Другое дело, если вы едете в машине или сидите за компьютером, она превратится в жир. Часть жира останется прямо там, в печени, и увеличит в будущем риск сахарного диабета. Другая часть распространится по организму. Талия увеличится в обхвате, просвет сосудов сужается из-за налипшего жира холестериновых бляшек. К тому же фруктоза контролирует аппетит, а глюкоза влияет на настроение. Таким образом, сахару очень трудно противостоять. Вы оказываетесь просто в ловушке. Как только кусок пирожного попал в рот, и вы ощутили его сладость, в мозге высвобождаются эндорфины. Мы счастливы. На раздражение сахаром реагируют те же участки мозга, что и на никотин, кокаин и секс.
Представьте, вы встретили любовь, встречаетесь и чувствуете то самое счастье. Вы хотите снова видеться, вновь и вновь, больше и больше, вам все время мало. А теперь представьте, что ваша любовь исчезает, переезжает в другой город, например. Что вы будете испытывать? Ужасную боль, пустоту, плохое настроение, и ничто в жизни вас не радует. Поэтому многие, разорвав отношения, ищут замену в еде, а именно в сладком. Стимулирует один и тот же участок мозга. Чувствуют себя более счастливыми, хотя бы на какое-то время. Но чтобы чувствовать счастье, вам всякий раз придется повышать дозу сладкого, потому что возникает привыкание, и вы не можете постоянно кайфовать от одной дольки шоколада. Зато если вы увеличите дозу в разы, то волна удовольствия накроет вас с головой. Ничего не напоминает? Да-да, это та самая настоящая зависимость, и сахар – это наркотик. Каждый грамм сахара – как супервечеринка. Очень бурная, но недолгая. Все рефлексы замыкаются в порочный круг, и вы сами не заметите, как только глядели на витрину с пирожным, а оно уже у вас во рту, хотя вы не планировали его покупать. Вспомните, наверняка мозг подкинул вам не одно оправдание или неопровержимый аргумент, чтобы вы купили удовольствие и побаловали себя. Дело в том, что даже если мы не будем есть ничего, что содержит сахар, наш организм будет его добывать из всего, что попадает к нам в рот. Это сложный, многоэтапный процесс расщепления. Куда проще получить его просто в готовом виде. Но давайте вспомним, что не существует продуктов демонов, нужно всего лишь соблюдать количество и частоту. Глюкоза – полезный элемент и жизненно важный для организма. Она дает энергию, но излишек отравляет нам жизнь. Вызывает болезни, от которых умирают миллионы, даже не подозревая, что могли бы прожить дольше, ограничив сахар. Скорая сахарная помощь доставит тысячи вкусовых оргазмов в минуту. Настроение улучшается, но спустя 40 минут действие лекарства закончится. Вы ляжете спать, а утром проснетесь разбитой, с плохим настроением. У вас не будет сил, желания, а душа, он же мозг, подкинет идею повторить сахарную терапию. Ведь вчера было так классно. Так мы становимся зависимые не просто пищей, а в эмоциональном плане. На мини-курсе «Цех и нутрициологика» я учу питаться так, чтобы вам легче было отказаться от этой зависимости. Мощная причина сильнейшего желания сладкого в недостаточном количестве белка в рационе. Вспомните, сколько мяса, белка вы съели за сутки. Считайте, животный белок, рыбу, мясо, кисломолочные продукты, яйца и растительный, сою, фасоль, горох, орехи, семена льна. У мужчин суточная норма 80-150 грамм, у женщин 60-90. Такие колебания зависят от рода занятий. Например, у спортсменов и работающих в офисе объем будет совершенно разным. Белки в нашем теле, в каждой клетке, в жидкости, в гормоне. Без них снижается иммунитет, начинаются эмоциональные срывы, становятся слабыми волосы, ногти, появляются отеки и постоянное чувство голода. Вот, кстати, причина, почему отеки под глазами не проходят после соблюдения солевой диеты и контроля за приемом жидкости. Белок синтезирует нейромедиатор серотонин, который отвечает за хорошее настроение и стрессоустойчивость. Его недостаток приводит к хандре, к мрачным мыслям, к бессоннице, тревожности и склонности взрываться по пустякам. Удовольствие – это 4 гормона. Эндорфин, серотонин, дофамин, окситоцин – они вырабатываются из триптофана, аминокислоты, которая поступает к нам с белковой пищей. Наш организм самостоятельно ее не производит, то есть когда вы получаете достаточное количество белка, то настроение ровное, а эмоциональный фон стабилен. Нет резких перепадов. То я умираю от смеха, то я рыдаю навзрыд. Следовательно, сладкое не воспринимается как необходимое лечение. Допустим, вы сейчас вспомнили, что съели за день. На утро это было яйцо, в обед это была курица, ужин с рыбой. У меня достаточное количество белка в рационе, Свет. Но я, тем не менее, не могу воздержаться при виде сладкого. Наверное, подумаете вы.
А есть еще одна причина, влияющая на такую сильную тягу к сладкому. И ее мы разберем с вами в следующем видео. Да у тебя, по-моему, мороженое растаяло. Угу. Может, тогда чипсов? Об их взаимосвязи со сладким расскажу в следующей части. Придешь? Да, только когда? Я подам сигнал. Ну а вам понравилось видео? Нажимайте пальчик вверх и жду вас в комментариях под этим видео. До скорой встречи. Пока-пока.